В военном спортивно-техническом центре «Подвиг» провели праздничную встречу. Ее посвятили Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской оккупации. Почетные гости – блокадники. Воспитанники «Подвига» поздравили ветеранов показательным выступлением. Вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин и глава областного центра Юрий Гришан вручили гостям юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». В день освобождения Ленинграда от блокады здесь, в этом кругу, вручить медали, посвященные 75-летию победы, от имени президента Российской Федерации вам, кто дожил до сегодняшнего дня. Блокадникам вручили цветы и памятные подарки. Также в «Подвиге» провели акцию «Блокадный хлеб». Воспитанники центра раздавали всем желающим 125 граммов пайка. Организаторы завершили встречу уроком мужества. Юным курсантам рассказали о подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны.